Сегодня большинство лодок, проплывающих по Парижской Сене, это туристические катера. Но недавно здесь стали курсировать и грузовые баржи. Сеть супермаркетов Franprix решила возродить вековую традицию. Она доставляет продукты питания в центр города по реке. Каждый день около 26 контейнеров с товарами преодолевают путь длиной в 20 километров. Разгружают их у подножия Эйфелевой башни. Отказавшись от дорог, компания Franprix сократила свои издержки на логистику и топливо почти на 2/3. Такой подход позволяет сократить количество транспортных средств, которые ежедневно приезжают в Париж. То есть это экологически чистый вид транспорта, так как снижает выбросы углекислого газа. Этот способ доставки возродил традицию, которая уходит вглубь веков. Раньше практически все грузы в Париж везли на баржах. Сегодня же таким способом доставляют только песок и гравий. Но даже речной транспорт не застрахован от таких проблем, как, например, резкое повышение уровня воды. Поэтому всегда должен быть запасной вариант. Ну а если говорить о пробках, то реке Сена они пока не грозят. Каждый день по водной артерии Парижа проходит не более 35 катеров и барж.